Название крымско-татарских блюд, ну, достаточно простые и очень прагматичные, да, как, к примеру, суп из пельменей, если мы его так переведем, на самом деле ефах-аш или же хаших-аш. Ну, переводится очень просто. Ефах-аш – это маленькая еда, хаших-аш – это ложка-еда, да, вот сочетание двух слов. То есть суть в том, что, ну, у хорошей хозяйки должно быть не менее 9 пельменей маленьких таких помещаться в одну столовую ложку. Снять размер каждый. Тут видите, какой размерчик? Это пельмень. Вот один будет пельмень такой. Вот это вот. Вот для крымско-татарской женщины, для хозяйки очень важно, что то, что ты делаешь с любовью и безупречно должно быть. Понимаете? И еще один нюанс. Мы открыты к новым устройствам, к новым приспособлениям, которые, с одной стороны, в быту облегчают все процессы. Посмотрите, идеально нарезанные такие квадратики теста, очень тонкого теста. И обратите внимание на то, что... Яна, покажите, пожалуйста. Вот, посмотрите, это основа одной пельмешки, скажем так, крымско-татарской. Да. В этом фарше было, ну, достаточное количество лука, потому что это придает все-таки вот такой сочности внутри, такому маленькому количеству просто, ну, видите, содержимого в каждом. Это мясо или нет, да? Но фарш состоит из перемолотого, да, мясной фарш перемалывается еще вместе с луком в обязательном порядке, потому что, ну, и добавляется соль, и, возможно, ну, каждая хозяйка добавляет по-своему, ну, специи. Это очень важно, потому что именно лук, он придает сочности внутри, даже вот такому маленькому содержимому, да, вот абсолютно маленькому объему начинки, он придает сочности и больше воздушности. Но здесь уместно, наверное, говорить о таких очень мелких нюансах, потому что пока раскатывается тесто, пока нарезается тесто, разрезается на мелкие такие квадратики, выкладывается фарш, тесто успевает немножечко обветриться. И поэтому, вот видите, у крымско-татарских хозяюшек есть такая особенность, ну, такие маленькие хитрости, когда просто влажной салфеточкой на какое-то время накрывается затем уже подготовленные уже клепки непосредственно вот эти маленькие, видите, квадратики с фаршем. И, соответственно, они просто за счет того, что сейчас увлажняются, потом их легче будет склеить, и потом в итоге получаются вот такие маленькие фахаш.